ужасно. Это полиция моды. У нас сегодня в гостях Андрей Сладкарь. И моя модель Владик. Что вы собираетесь делать с Владиком? Мы будем импровизировать, но это будет что-то подобие English style. Будем творить, я тебе будем делать. Андрей зачерпывает какую-то склизкую вещь. Андрей, что, чем это, вы пользуетесь? Это тайная склизкая вещь от Schwarzkopf-Tart. Почти ничего не осталось. Специальная слизь. Слушай, ну да, только ирокез у нас сегодня получится. Просто это просто уже Бекхэм, как бы. Бибер отдыхает с 26-м. Мне самому даже нравится, реально круто. С такой прической вы можете легко стать королем на дискотеке, любимцем девчонок. Общий имидж под нее должен быть такой «Я у мамы негодяй» под названием. Я думаю, Владик соответствует. Владик соответствует полностью, поэтому, собственно, его как бы и взяли. Владик, сколько вам лет? Расскажите немножко о себе. Давай, давай. Рассказывай. Все девчонки увидят, Владик. Ну ладно. Обращаем внимание, что прическа делается без использования каких-то расчесочных средств, как бы. То есть пальцами, да? Чисто как бы грязными руками, да. Ну, растер. Поэтому прическа называется «Я мама хулиган». Все, собственно. Собственно, все. Андрей, это был Андрей Сладкарь. И программа, как опять называется? На приговор? Нет,